Вас интересует кефирная диета? Вы знаете, одна из самых здоровых диет, которые сегодня существуют. Но в том случае, если вы будете ею регулярно и правильно пользоваться. Ну, регулярно это примерно треть жизни, вы должны ее будете соблюдать. Вопрос, как правильно? Как чаще всего рекомендуют кефирную диету? Обычно вот разгрузочные дни рекомендуют проводить на кефире, и это действительно здорово. Потому что продукт легко усваивается, переваривается. Если он еще сделан на натуральных продуктах, то есть он приносит вам полезные бактерии, то он поддерживает микрофлору в кишечнике, повышает ваш иммунитет. То есть все прекрасно. Если же вы разгрузку затянули и больше 1-2 дней пробыли на кефирной диете, вот тут чем дольше, тем больше вреда вы себе приносите. Почему? Потому что вы вводите все-таки один продукт питания, который ограничен по своему составу. Соответственно, он не может полноценно обеспечивать высокую работоспособность. Ваша же цель не отсидеть на кефирной диете или отлежать, а все-таки еще интенсивно работать. Вы же для этого применяете диеты, чтобы оздоровиться, омолодиться и лучше работать, больше заработать денег. А не принести ущерб своему здоровью. Если же вы кефирную диету модифицируете и добавляете туда какие-то другие ингредиенты, все. Смысл вот этого легкого в усвоении продукта уже потерялся. Это уже не кефирная диета, а пародия на нее. Как я рекомендую соблюдать кефирную диету? Треть жизни вы проводите во сне. Поэтому дайте своему организму хорошо выспаться. Выпейте за час-полтора до сна кефирчик, простоквашку, натуральный йогурт. Они легко переварятся. Вы утром проснетесь бодрым, активным. Сможете хорошо позавтракать и пойти на работу, выполнить то предназначение, которое вы себе выбрали. Заодно у вас волосы останутся на голове, а не на подушке или в ванной. У вас будут хорошо работать суставы. У вас не будет камней в почках. У вас будет великолепный иммунитет в кишечнике, потому что хорошие бактерии получат поддержку. А патогенные бактерии, глисты и паразиты останутся на голодном пайке. Потому что кефир легко переваривается в течение первого часа. Выпили за час-полтора до сна, вы легли спать с пустой пищеварительной системой. Зато в крови полно полезных веществ, на которых ваш организм будет восстанавливаться ночью. А патогенные бактерии будут скрежетать зубами от голода. Поэтому если вы будете правильно использовать кефирную диету в моей рекомендации, не вопрос, высокий уровень здоровья и высокая работоспособность вам гарантированы. Если же вы будете вносить какие-то коррективы иные, ну, я за эти рекомендации не отвечаю. Если вам нужно более подробно узнать о кефирной диете, заодно о других особенностях, которые нужно вносить в здоровый образ жизни, чтобы жить долго и счастливо, обращайтесь, контакты вы видите. Легко можете по ним обратиться.